всем святым радоваться. Доброе утро, благословенное утро. Слава Богу. Сегодня у нас 15 августа 2019 год. Вот, и я в Киеве, и вот мы готовимся, молимся о предстоящем соборе. Я лично вот сейчас как раз вот это даже эфир прямой посвящаю как раз вот именно этому. Вчера вечером об этом размышлял, молился, сегодня с утра. И благословляю всех вас во имя Господне в этой молитве. Слава тебе, Господь! Благословен ты, Бог наш, благословен Господь! Отныне и вовек, благословен ты, Царь Вселенной всей. Боже, слава тебе, слава тебе, слава тебе и хвала. Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно, во веки веков. Аминь. Слава тебе, Боже наш, слава тебе, Царю Небесный, Утешитель, Дух Истины, Ты, что везде пребываешь и все собою наполняешь, Сокровищница благ и жизни подателю, Ты пришел и вселился в нас, и очистил нас от всякой скверны, и Ты спас благой души наши. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, хвала Тебе. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, хвала тебе. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Благодарю тебя, Господь, благословляю имя твое, Боже. Благодарю за путешествие вчерашнее. Боже, с моим попутчиком, благодарю Тебя, Господь, что Ты довел меня до места сего. Благодарю Тебя, Господь, что ныне я в Киеве, Боже, здесь, в столице Святой Руси, в сердце самом. Господь, благодарю Тебя, Боже всемогущий, за духовное пробуждение это, которое совершается здесь, и еще больше совершится, Господь, в эти дни. Слава Тебе! Благодарю Тебя за предстоящий собор, Боже, нашей Киевской архиепископии, Реформаторской Православной Церкви Христа Спасителя. Благодарю Тебя, Господь, за наше братство, за всех братьев, сестер. Благодарю Тебя, Господь, за все. Слава Тебе и хвала. Действительно, собор – то собрание, не только наше собрание. Даже не сколько наше человеческое собрание, сколько собрание наше с тобой и в тебе. Собрание, собирание. Слава тебе. Благослови нас. И те братья и сестры, что не смогут быть на соборе, здесь, в Киеве, физически, собери нас духовно. В Духе Твоем Святом. Слава Тебе, Господь! И сейчас, в этот утренний час молитвы, Боже, духовно нас собери, Господь, в Духе Святом, в этой молитве. Благословен Ты, Царь наш! Аллилуйя! Аминь! 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 Братья, сестры, благословен Бог наш, благословен Господь! Сегодня такое... Пока не солнечное, такое туманное, такое пасмурное такое утро в Киеве. Но, знаете, несмотря на это, в наших сердцах солнце правды светит. И сегодня не так солнечно, не так вот, ну, будем так говорить, не ярко, да, но пасмурно в природе. Но в наших сердцах непрестанно, при любой погоде, горит солнце правды, сияет солнце правды, сам Иисус Христос. Слава Богу Святому! Благословен Господь!
сегодня размышляю также о преображении, вот тема предстоящего как раз собора, преображение Господне. Слава Богу. Да. Да. Спасибо, Господь. И когда темой наших размышлений является преображение, вот, ну, в народе этот праздник знают как яблочный спас, но это праздник урожая, будем так говорить, да, плодов, вот, освящение, да, плодов урожая. Но самая суть как раз размышления нашего, конечно, благодарим Бога за урожай плодов земных, да, слава Богу, но благодарим Бога за урожай Его плодов также вот в наших судьбах, в нашей жизни, в нашем служении Ему, да. Но главным размышлением этого собора как раз и вообще вот нашего вот празднества, да, церковного православного преображения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа является именно как раз преображение в Духе Святом, преображение. Но, конечно, самого Господа Иисуса Христа, мы как раз размышляем об этом, да, потому что каждый раз в церковной такой традиции древней, еще средневековой традиции церковной православной, в эти дни как раз, вот, ну, я имею в виду преображение вот предстоящего, да, праздника, начиная с 18 числа, предпразднество, да, так называемого, предпразднество преображения, и потом целую неделю, это как раз размышления, рассуждения и чтения о как раз этом чуде и размышления об этом вот, чуде, которое записали апостолы, которому стали они свидетелями, да, ну, по крайней мере, Петр, Иоанн, Яков видели это чудо, когда на горе преобразился Господь Иисус Христос. И конечно, мы размышляем, также вспоминаем другие библейские вот эти вот преображения, да. И, конечно, из того, что мы знаем до нашей эры, как мы говорим, да, до Рождества Машиаха, да, до прихода Машиаха в этот мир, до явления Христа, до нашей эры, это, конечно, самое удивительное, да, описанное в Библии преображение, который пережил человек, это Моше, это Моисей. Моисей, да, пророк Моисей, Моше Рабейну, он, взойдя на гору, да, был с Господом, Богом Святым на горе, и он пережил чудо преображения. И когда он спустился к людям, то его лицо, да, его сияло лицо, как солнце, он... Люди боялись, люди не могли смотреть, ему приходилось даже покрываться, ну, платом, да, таким, значит, одеялом, ну, будем так говорить, талитом, да, таким, молитвенным покрывалом, покрываться, чтобы, ну, не пугать людей, чтобы люди не боялись вот этого чуда, вот, и, знаете ли, удивительное, вот, переживания, вот в Библии вот два таких конкретных случая, ну и косвенно еще там, в общем-то, есть намеки на вот чудо преображения в судьбах разных людей. Но, конечно, вот эти прямые указания, прямые вот именно удивительные такие происшествия, описанные вот именно чудеса, чудесные, да, описанные вот в судьбе Моисея, в судьбе Иисуса, это потрясающе. И, конечно, еще более потрясающее – это преображение наше с вами. Это еще более удивительно, нежели даже преображение Моисея или преображение Иисуса. Это преображение всех верующих, преображение наше, каждого верующего по-настоящему человека. Это еще большее чудо, продолжающееся уже 2000 лет, друзья, слава Богу. Да, на протяжении этих 1989 лет, ой, чудо продолжается, таинство Церкви, чудо Церкви Божьей, слава Господу. И эта тайна Церкви, Царства Божьего заключается в удивительных словах, да, тоже записано, кстати, в Библии. И, ну, даже это не просто записано в Библии, это... То, чем живем мы, да, Христос в нас, упование славы.
если для кого-то это просто слова записаны в Библии, да, да, но для настоящих верующих, кто действительно вот, живет жизнью Христа, Христовой, да, то это Христос в нас. Христос в нас, упование славы, это самое ценное, самое дорогое, самое великое, самое главное таинство Церкви, самое главное таинство наше. Поэтому и Церковь является столпом и утверждением истины. Не администрация церковная, не иерархия, не путайте, пожалуйста, это не конфессия, деноминация, нет. Церковь Бога Живаго. Порой конфессии, деноминации, порой организации, структуры, юрисдикции и прочее, патриархаты там, значит, и прочее, объединения религиозные, конфессиональные, ничего общего не имеют с Церковью Бога Живаго. Здесь дело не в вывесках, не в названиях, неважно, кто мы там, как мы называемся здесь, на этой земле, да, грешной, православными, католиками, протестантами там, или неконфессиональными, неважно. Вот, есть... Два, будем так говорить, да, царства, царство тьмы и царство света. Есть, ну, блудница церковь, да, а есть церковь невеста. Есть столпы утверждения лжи, а есть столпы утверждения истины Божьей, правды Божьей. Вот, есть любовь Божья, да, а есть нелюбовь. Вот царство нелюбви – это царство религии, да, а царство любви – это царство веры, царство Божье. На этой земле слава Господу, такая вот экклезиология, да. Вот, и благословляю всех вас, братья и сестры, во имя Господне, во имя Иисуса Христа. Пусть Господь благословит сейчас в этом таинстве нас, в этих размышлениях, в этот утренний час. Слава Богу Всемогущему. Аллилуйя. Спасибо, Господь, спасибо. Благодарю Тебя за это чудо, благодарю Тебя за действительно великое чудо и таинство Царства Твоего Небесного, Царства Твоего Земного, Царства Твоего Вечного. Благословено Царство Отца и Сына и Святаго Духа, ныне, всегда, во веки веков. Аминь. Миром Господу помолимся. Слава Тебе, Господи! О свышнем мире и о спасении душ наших Господу помолимся. Слава Тебе, Господи! Хвала Тебе, Господь! Наш Царь, аллилуйя, аллилуйя. Слава Тебе, Боже Всемогущий, слава Тебе и хвала, слава Тебе и хвала, Господь, слава, 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 слава. Благословен Господь наш, и благословено Царство Его, благословен народ, у которого Господь есть Бог. Потому и счастливы мы, и благодушествуем всегда-всегда, потому что нашим Господом является Бог, Творец неба и земли, всего видимого и невидимого. Видимо-невидимо все. Да, Он сотворил все, действительно. Слава Тебе, Господь! Вот, и благословляю вас, размышляю сегодня о теле крови, о таинстве тела и крови Господа Иисуса Христа. Вот, и совершу тоже его сейчас, вот, я отключусь тогда, значит, и каждый соверши это один на один сейчас с Господом, рассуждая о теле крови Христа. Вот, и благодарю Бога Всемогущего. Кровью Иисуса Христа, телом ломимым
Машиаха. Я спасен, я исцелен, благословлен всеми благословениями небес через кровь Мессии. Слава Тебе, Господь! Благодарю Тебя, Святой! Благодарю Тебя за все, за все. За все Тебя, Господь, я благодарю. Ты искупил от смерти душу мою. Спасибо Тебе, Господь. Да, обычно, да, вот в этом таинстве мы вот как раз берем хлеб. У меня вот есть шоти, грузинский хлеб у меня сегодня. Вчера купил здесь вот возле метро Лисова. Продается шоти, печется такой кавказский, грузинский хлеб. Слава Богу за Кавказ, молюсь за Кавказ, молюсь за Грузию, Сакартвело. Молюсь за Армению, молюсь за Грузию, за страны Кавказа, народы Кавказа, за Кавказье. Чтобы вот это духовное пробуждение на Кавказе тоже, оно действительно набирало силу еще больше и больше. Благословляю сегодня Израиль, Иерусалим. Я привез с собой стул и кружку, такую нашу семейную кружку. Здесь наша семья как раз вся. Ну, фотография, правда, уже старая, но интересно. Уже давно печатали, в Орле еще печатали там кружку. Взял кружку, чтобы смотреть, и вот, так, да, благословлять свою семью. Поэтому благословляю сейчас свою семью, благословляю супругу свою, Инну Сергеевну, благословляю детишек наших, Анастасию, здесь она еще совсем еще в девичестве еще, сейчас она уже замужем, поэтому благословляю еще и мужа ее, нашего зятя Михаила, у них уже детки, вот наши внук и внучка, благословляю их, Антона и Алину, вот, благословляю Николая, благословляю Серафима, благословляю Татьяну, благословляю Сергея, благословляю Инну во имя Господне. Наших котов благословляю, у нас три кота. Вот, благословляю всех вас во имя Господне. Рассуждаю таинство тела и крови Христа. Для меня это еще, как и для многих тоже, у многих-многих верующих, это даже не только личное приобщение тела и крови Христа, это спасение, рассуждение о спасении семей наших, домов наших. И о всеобщем спасении рассуждения. Это удивительно. Спасешься, ты сам и спасется дом твой, говорится, да, в Писании. А еще говорится о том, что «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего». Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Аллилуйя! Спасибо Тебе, Господь, спасибо. О, а еще говорится, что Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. О, спасибо Тебе, Господь, спасибо, спасибо. Поэтому рассуждение о теле и крови Христа для меня это, как и для миллионов верующих разных верующих. Это действительно рассуждение о таинстве, чуде спасения. Человеческому уму непостижимому таинстве, и ангельскому, и человеческому, нашим умам тварным непостижимому таинстве спасения. Как? Как это возможно? Я знаю, что 2000 лет назад это свершилось чудо, но я знаю еще из Писаний, что пророческие Писания, что Агнец от века закланный. Я не знаю, как это просто невозможно даже уместить в голове, невозможно представить. Можно лишь это как-то прочувствовать интуитивно, как-то в сердце, как-то духом. Спасибо Тебе, Господь. Возрожденный дух наш, он открывает нам вот это чудо.
великое чудо спасения. Спасибо тебе, Господь, спасибо. Спасибо, спасибо. О, спасибо. За Голгофу, за кровь я тебя благодарю. За воскресенье Твое, за победу Твою, за Голгофу, за кровь я Тебя благодарю. За воскресенье Твое, за победу Твою, за жизнь вечную, бесконечную, жизнь счастливую, пресчастливую. Благодарю Тебя, Отец, благодарю Тебя, Иисус, благодарю, о Дух Святой, за все я благодарю. Я Тебя, Господь, люблю. Я Тебя, мой Бог, люблю и за все благодарю. За Голгофу, за кровь я Тебя благодарю. За воскресенье Твое, за победу Твою, за жизнь вечную, бесконечную, жизнь счастливую, пресчастливую. Благодарю Тебя, мой Бог, за все Тебя благодарю. Люблю Тебя, Господь Ты мой. Я Тебя, Господь, люблю и за все благодарю. За Голгофу, за кровь, за спасение, за жизнь, за все, за все. Слава Тебе и хвала. Да, с одной стороны, это хлеб. Да. Вещество, таинство, причастие, да, в чем? Оно в нашем рассуждении, не в качестве хлеба или вина, а в качестве нашего рассуждения о теле крови Христа. И качеством нашим, высшим качеством, знаете ли, есть вот, как, допустим, там товары, допустим, низкого качества, да, есть товары там хорошего качества, да, есть высшего какого-то качества товары. Вот, и, допустим, вот, я вот персиковый, допустим, сок любил, значит, там люблю тоже, да, вот, значит, там, вот, ну, другие соки, там, допустим, да, цитрусовые соки, там. И вот, значит, и я помню, как вот еще в советское время соки, ну, в советское время мало было хороших соков, к сожалению, так вот, и, но в советской армии, когда служил, то однажды, там, так довелось, попал к иностранцам. Ну, там, как солдат, имел возможность, там, на это, как назвать, не постоянка, но временно вызвали там.
Значит, надо было в одном из корпусов, значит, курсов, офицерских курсов, там надо было что-то подделать художнику. Там буквально на день работа была. И вот, значит, в столовую я мог зайти. Ну, осмелился так зайти в столовую. А там иностранцы. Там был батальон, иностранный батальон был. То есть там африканцы были, в основном, значит, там кубинцы там были, там и кто там, китайцы, там, по-моему, вьетнамцы, там еще кто-то, ну, советского вот этого блока офицеры были. Вот, они там обедали, ну, и я осмелился зайти, значит, хотя мог идти, конечно, и в часть, в свою столовую солдатскую, но я решил воспользоваться этим преимуществом того дня. И зашел туда, в эту столовую, где было все VIP, тогда в Союзе-то. Все лучше было для иностранцев-то. Вот, значит, тем более для союзников. Им хотели втереть в глаза такую ложь, что у нас как бы все самое лучшее, там прочее. Вот, да, как говорится, без портков, а в шляпе. Вот, и я помню, как там тоже заказал, там, значит, купил еще этот персиковый сок тоже. И когда я попробовал его, я обомлел. Такая же цена, как в офицерской столовой, допустим, да, значит, на курсах, ну, где обычные советские офицеры кушали. Вот, значит, и такая же цена, как, допустим, там вот за периметром воинской части, допустим, да, значит, там и курсов выстрел, там в городе, в Солнечногорске. Вот, но качество было совершенно другое. Это просто, я просто обомлел вообще, просто обомлел. Вкуснотища вообще, качество. Вот, и так к любому товару, пищевому там, не пищевому там, вот, качество. Допустим, автомобили, допустим, да, значит, вот я сюда приехал вчера, вот, списавшись на Блаблакар, списавшись с одним человеком, тоже ехал как раз через Киев, вот, и меня до Киева довез вчера. Слава Богу за Дмитрия, благословляю его сейчас во имя Господне, его семью, жену, детей, слава Богу, вот, по дороге пообщались, я это называю Блабла-Чорч. Путешествую таким образом и даже в разные страны порой, вот, или же там по Украине, по России. Вот, я, значит, благословляю этих людей, часто бывает, что и молюсь, так вот, и чудеса происходят удивительные, конечно. А потом, бывает, узнаю, значит, бывает, даже узнаю, ну, спустя там даже месяцы многие. Слава Богу. Вот, и конечно, тоже вот ехали машиной. У него, значит, Toyota, но американской сборки и американских стандартов Toyota. Забыл как. Avalon или как-то называется, как-то так вот. Вот. Мне понравилось очень. И думаю, все-таки американские стандарты. Toyota вообще хорошая машина, да, но хорошее качество обычно, это уже марка, да, но именно вот когда я почувствовал, каково это именно американские стандарты, намного выше, чем, допустим, европейские или японские, я удивился, конечно, да, на самом деле это качество. Вот, и, знаете ли, или, допустим, к примеру, ну, не в обиду никому, там, допустим, ну, Запорожец, допустим, взять, допустим, да, значит, там тоже автомобиль, тоже движется. У меня был москвич, допустим, 40-й москвич. Вот, значит, тоже машина, тоже движется, но, ну, вот, совсем другое. Одно дело, там, Шайтан Арба какая-нибудь, как вот пишут иногда на машинах, там, значит, да, вот такие надписи, такие юмористические. Вот, значит, ну, что отчасти правда является, собственно. Но, значит, а другое дело, это действительно вот, значит, машина для человека сделанная, где ты не думаешь, доедешь ли, не доедешь там, и, там или как ехать, а она просто едет. Средство передвижения, на самом деле. Не средство мучения, издевательства, а на человеком средство действительно передвижения, значит, комфорта, и вот поэтому. Вот то же самое и рассуждение, даже наше вот причастие, оно очень разное, на самом деле очень разное. Качество Евхаристии, оно очень разное в христианстве. Я даже не говорю там за конфессиональные разные учения, деноминационные, это как бы отдельная тема. Я говорю за каждого из нас, за каждого конкретного человека. Хотя и, конечно, качество учений деноминации, конфессии, это тоже это потрясающе, конечно. Это очень важная тема даже. Потому что, допустим, значит, ту же самую Toyota, допустим, если... Или там, я не знаю, какие машины еще там, допустим, Ford, хорошая машина американская. Вот, но собранная в России Ford, я просто встречал уже, сталкивался с этим. Это настолько низкое качество, настолько ужасная машина уже. То есть это вывеска Ford, но это уже не Ford совсем, это уже пародия. Знаете, вот такая карикатурная пародия на Ford.
Вот, взять, допустим, тот же самый Ford Transit, но сделан в Америке, вот качество именно где американские рабочие делали, цех американский, да, значит, там, в самой Америке. Вот, это совсем другое качество, это как небо и земля. Вот, или, допустим, такой же Ford, значит, вроде запчасти хорошие поставляют, значит, там стараются, качеством следят. Конечно, это, значит, там не ВАЗ, там, не ГАЗ, там, это все-таки Ford, конечно, да. Но все равно для Ford это падение. Конечно, для российского автопрома, допустим, это, конечно, достижением является, даже такое убожество, как вот собранное там, допустим, на заводах в России. Но для Америки, вот если Ford, собранный, к примеру, в России, да, значит, у нас, если его послать сейчас в Америку, допустим, да, и американскому потребителю, и дать возможность сравнить, американцы будут плеваться просто-напросто. Вот, значит, и вот разные рассуждения, все зависит вот от нашего рассуждения. И вот верующие, бывает в одной конфессии, в одной деноминации, один бренд на них, вот мы православные, допустим, да, но рассуждают все по-разному. И священники, и прихожане, рассуждения очень различны наши. Протестанты, допустим, значит, да, значит, здесь тоже, смотря где собран, будем так говорить, да, и из чего ты собран вообще, и как ты собран вообще. Вот, значит, соберись, брат, соберись по-хорошему, сестра. Рассуждай качественно. Во-первых, рассуждай, что Бог недостойно причащаются те, кто думает, вот Бог простит мне все грехи. Или Бог может простить мне все грехи. Нет, выброси это из головы, пожалуйста. Это детали, которые просто позорят вообще, просто позорят вот твою сборку, будем так говорить, да. Значит, достойные, правильные, хорошие, качественные бери сейчас детали для своего размышления, своей сборки. Какие качественные рассуждения? Что я спасен. Вот так мысли. Пожалуйста, мысли правильно, мысли качественно. Что я уже спасен. Да, я совершаю порой неправильные вещи, какие-то неправильные поступки, там, да, ошибаюсь в жизни, но я, живя в этом временном измерении, в этом временном мире, но я поднимаюсь верой над этим временным миром, и я как бы взираю вечность уже. Это таинство вечности. И я понимаю каким-то удивительным образом, что мое искупление совершилось тогда, когда меня еще даже, как говорится, в проекте не было. В человеческом, в божественном было, конечно. А в человеческом не было. Ни меня, ни моих родителей, ни моих пращуров не было. 2000 лет назад совершилось это. В 30-м году нашей эры великое таинство свершилось. А если еще покопаться глубже, то даже это не дело не в 30-м году нашей эры. Это даже исторически, это не вся правда. Вся правда в том, если покопаться глубже, что это совершилось в вечности вообще. В вечности. Бог спас нас. Агнец от века заклан. Свершилось в вечности наше искупление. Я просто принимаю это, соглашаюсь с этим, хотя это не влазит в мой ум, в мое сердце, просто не вмещается. Я просто сверх веры просто верю в это. Вера Авраамова. Да, вот она. С благодарением. Вот это и есть наша литургия божественная. Литургия веры нашей. Веры христианской, веры апостольской. Вера, которая побеждает этот мир и победила этот мир. Победила? Победила, точно. Спасибо тебе, Господь, за все. И я спасен, уже спасен. Спасен навеки, навсегда, навсегда, навсегда. И ничто не разлучит нас от любви Божьей. Ничто и никто. От церкви можно отлучить. От общения можно отлучить. Можно попасть в черный список, допустим, каким-то братьям, там, сестрам, допустим, да. Но от Бога никто нас не отлучит. Во Христе Иисусе, от Его любви ничто, нет такой твари, никакие бесы, ни дьявол, ни ад, ни вечность, ничто не разлучит нас, ни будущее, ни настоящее, ни прошлое, ничто, ничто, ничто. Спасибо тебе, Господь, спасибо тебе, Святой. И это еще не все. И это еще не все. Качественная сборка наша, да, сейчас, это в том, что действительно, это действительно так, что ранами его я исцелен. Да, как? Я не знаю. Я просто это говорю, я принимаю это, соглашаюсь с этим. Я говорю это, я живу просто этим, живу. Иду по воде, не смотрю на воду,
не смотрю на ветер противный, не смотрю ни на что. Я смотрю на Иисуса. Аллилуйя! Я спасен, я исцелен, благословлен всеми благословениями небес через кровь Иисуса Христа, через тело ломимое моего возлюбленного Спасителя, друга моего. Аллилуйя! И хотя прошло 1989 лет с момента распятия нашего возлюбленного Машиаха, Иисуса Христа, Спасителя Господа, Искупителя всего рода человеческого и всего создания Божьего. Но в каждом причастии, в каждой Евхаристии мы снова и снова умом переносимся и сердцем, душой всей на Голгофу, переносимся к страдающему за нас, умершему за нас Спасителю и воскресшему для нашего оправдания, который живет в нашем сердце, живет в нас и среди нас царствует, господствует, живет и побеждает. Жив во веки веков. И Иисус Христос вчера и сегодня и во веки тот же. Он вечный, Он святой. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь, спасибо, спасибо. Благодарю тебя за тело Христа. Благодарю за спасение. Благодарю за все. Спасибо, Господь, спасибо. 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 Спасибо, Господь, спасибо. Спасибо. Иисус, спасибо. За все спасибо. Мой Бог, спасибо. 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 Благодарю, что свободу мне дал, что за меня жизнь свою ты отдал. О, спасибо, родной, спасибо, Иисус, спасибо. Мой друг и брат, спасибо, спасибо, спасибо. Да, одним словом, это таинство описать, это слово спасибо. Спасибо, спасибо. Благословляю вас, братья и сестры, благословляю сейчас свою семью, благословляю возлюбленные во Христе. Божья семья благословенная. Будьте все благословенны и счастливы, радуйтесь, и еще говорю, радуйтесь. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир во имя Иисуса Христа. Аминь, 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 аминь. Аллилуйя, аллилуйя. Рассуждаем сегодня о теле и крови Христа, молимся. Вот, я благословляю всех вас, друзья, возлюбленные. Спасибо всем огромное за ваше участие в служении Господу. Вот, и тоже нужно, конечно, транспортное средство и здесь, в Украине, и в России. Поэтому молитесь тоже и о финансовом, материальном обеспечении служения. И по возможности участвуйте, пополняйте номера мобильных в Украине, два мобильных номера в России, они указаны под этим видео, и карточка Сбербанка в России, карточка Приватбанка здесь, значит, в Украине. Вот, и пусть Бог благословит вас, да, и если вы в Киеве, будете в эти выходные,
то в воскресенье жду вас на соборе станции Метрокловская, улица Леонида Первомайского, 6, с 9 утра, начало литургии. Пусть Бог благословит вас. До встречи с Богом. Ну и, конечно, в 6 утра тоже завтра подключайтесь. Если получится вечером, то вечерний еще сделаю трансляцию. Также я, наверное, в 6 часов, нет, наверное, в 7 даже сделаю, попозже чуть. Ну, посмотрим, как там уже. Я просто жду еще, что сегодня кто-то как раз из наших служителей, может, и подъедет даже, вот, чтобы вместе провести. Вот, может, отец Максим, если получится у него. Вот, если Максим сейчас смотрит, что вот как раз тебе сразу и вопрос. Вот, значит, сможешь ли приехать, подъехать вот, к 6 или к 7. Но, ну, давайте ориентировочно на 6. Я чуть позже узнаю и уже выставлю информацию заранее. Анонс выставлю в социальных сетях. Ссылочку дам уже тогда на трансляцию. Хорошо? Все, пусть Бог благословит вас. Аллилуйя. Аллилуйя.